подругу видела в Вене и уже дальше наблюдала это в тех музеях и галереях, где мы с вами побывали, и в Риме в том числе. Принцип не страны, или я бы так сказала, не столько страны, сколько принцип эстетического восприятия зрителя и эмоционального подхода к нашим с вами чувствам для того, чтобы зрителя поймать в ловушку искусства. Диапазон от прекрасного до ужасного в каждом зале. Ты просто этого не замечаешь, ты об этом не задумываешься. Но когда, например, в музее искусств, я вам буду это показывать потом на работах, ты видишь роскошные работы Рубенса, его красавец, ну, например, его копии Тициана или знаменитая шубка. А потом ты видишь Рубенса, голову Медузы Горгоны, то ты не понимаешь, что тебя просто поймали на крючок, и тебя на качелях качают между прекрасным, восхитительным, восторженным и ужасным, которое не просто ужасно, а там вся амплитуда чувств, трагическая, комическая и так далее, и так далее. То есть музей, как организм живой, стремится нас с вами подергать за все нервные окончания. И в этом главная прелесть серьезных музеев, которые по этому принципу строят экспозицию. И когда я это внезапно поняла, то уже в следующих во всех музеях я понимала, что высшая точка прекрасного, я ее знаю, а вот теперь ужасное, чем вы, скажем, неопытного человека, который вообще первый раз попал в музей, и который не понимает, что с ним играют в определенную игру, если ты не понимаешь прекрасное и высокое, если ты не знаешь сюжета, а я тебя сейчас напугаю. И показывают картину, например, Иеронима Босха, мимо которой я 100 раз проходила в Венском музее, не обращала на нее внимания. А там есть Босх. И опять-таки, я вам покажу эту картину. То есть, когда мы говорим о категории прекрасного, она всегда была в искусстве с античных времен. И, так сказать, глупо сейчас рассуждать, как это хорошо, полезно и замечательно, когда человек воспринимает прекрасно. А как быть с ужасным? Как быть с безобразным? Это антитеза прекрасному, почему художники изображали всякую гадость, мерзость, кошмар, ужас и так далее. Причем какие художники? Иероним Босх, Брейли, Дюр. Гении из гениев. Посмотреть рисунки Леонардо, в которых такие есть ужасные лица, отвратительные. Леонардо, гений, который вообще, кажется, он сам сама красота. И все, что он создал, это красота. Поскольку у нас жанр беседы, а не монолога, для чего нужно безобразное искусство? Я к вам адресую этот вопрос. Как вы думаете? Потому что жизнь тоже состоит из красивого, прекрасного и ужасного. То есть я так думаю, что даже вот в храмах, когда мы заходим в ту же церковь, там есть прекрасное, есть там распятие, есть еще. То есть это жизнь. Поэтому я так думаю. Вы правильно думаете. Но это не, так сказать, это один из аспектов, да, искусство зеркало жизни, всегда и везде, да. И в любой церкви за нашей спиной по законам изобразительным страшный суд, а перед нашим лицом Богоматерь и Христос. Но за спиной это страшный суд, то, что ожидают некоторых людей, да. А еще, как ваше мнение, зачем нужно безобразное? Ну что, оно не нужно? Для того, чтобы подчеркнуть прекрасное. Безусловно. Принцип контраста.
Мы бы не понимали так остро прекрасно, если бы не было рядом безобразно. И вот первая картина, которая производит такое сильнейшее впечатление, особенно если понимать ее суть, это картина Джорджоне, венецианского гения, который прожил 33 года, умер от чумы, которая упала на Венецию и которая унесла очень много жизни венецианца, и которая закончилась в ту секунду, когда был положен первый камень церкви Санта Мария Салюте. Мы с вами видели эту церковь. Как только был положен первый камень в фундамент этой церкви, чума ушла из Венеции. И вообще считается, что когда войны, когда напасти, когда болезни, надо ставить храм Богоматери, Мадонны. И она попросит у своего сына за людей, которые страдают. И наступит облегчение. И вот Джорджоне, который, с моей точки зрения, стоит в одном ряду с Леонардо и Микеланджело, пишет картину, которая называется «Три философа». Я очень много читала по поводу творчества Джорджоне и об этой картине, которую в свое время купил один венецианский патриций. Она висела у него в парадном зале. И об этой картине очень много спорили, но самые крупные итальянские искусствоведы придерживаются сегодня, вот, в 2017 году, придерживаются такого мнения, что на самом деле это не три философа, а три возраста человеческой жизни. И вот тот человек, который задает себе вопрос, в чем смысл жизни, глядя на эту картину, этот смысл находит легко и просто. Итак, мы с вами видим первого юношу молодого, который сидит и что-то пишет в своем свитке, то ли свиток, то ли у него просто кусок бумаги, что-то зарисовывает, что-то пишет. Как вы думаете, юность – это пора чего? Мечта. Еще? Знание. Конечно. Конечно. Юность – это пора, когда человек впитывает все знания, все, что ему может дать мир, потому что он чистый лист бумаги. И вот этот чистый свиток, который в руках у молодого человека, на самом деле это сам вот этот юноша. Второй человек в красной красивой тунике, рубашке. Человек среднего возраста. Чем он занят? Как вы думаете? Что он делает? Мудрость ищет, что ли, в жизни? Еще. Поддерживает старика как-то руками. Он не сильно поддерживает старика. Он как бы ушел внутрь себя. Да? То есть, вот когда смотришь на живую картину, то ты понимаешь, что этот человек осмысливает бытие свое. Он уже много чего заработал, судя по богатой одежде, судя по тюрбану восточному, который у него на голове, он уже и путешествовал. Скажите, пожалуйста, человек, у которого как бы наработанный, вот юноша набирал знаний, набирал опыта, был чистым листом бумаги. Второй возраст – это возраст осмысления полученных знаний. И использовать, превратить эти знания в деньги, в какие-то приятные вещи и так далее. Это момент осознания всех своих возможностей. Средний возраст мужчин. Ну и старик. А вот это самое интересное. Мудрость, конечно. Ну, по идее, это передача знаний и опыта уже. Что такое хорошая старость? То, что в нашей стране никто не знает, что это такое. Хороший дом, хорошая жизнь. А вот в Италии, девчонки, вы обращали внимание, насколько счастливые люди живут в этой стране?
Какие лица у людей? Да? Солнечные. Какие там, даже я не могу, у меня язык не поворачивается, сказать старички и старушки. Какие красивые пожилые люди. Как они достойно себя несут, как они прожили правильную жизнь и насколько они открыты к тому, чтобы делиться чем-то хорошим. Вы со мной согласны или нет? Вот этот момент позитива невероятного, а значит возможность поделиться опытом. И этот опыт не как у многих наших стариков, который никому не нужен, он сегодня не актуален, да? Их прошлое с нашим сегодняшним не корреспондируется. Их установки, их какие-то правила и так далее сегодня не работают. Это та старость, которая сегодня есть у итальянцев, когда они включены в контекст сегодняшнего дня и максимально могут делиться каким-то важным и полезным опытом. Вот о чем картина. Уже не говоря о том, что совершенно волшебный пейзаж, который Джорджоне изобразил, описывать пейзажи живых картин венецианских художников – дело неблагодарное. Вам надо это увидеть своими глазами. То есть пейзажи Джорджоне – это отдельная какая-то музыка.